нас сейчас 10:30, Полина еще спит. Я, короче, решила все-таки на такси поехать на работу. Где-то к 10 часам я выеду. Ну и с 10 до 11 отработаю. И у меня сегодня одна квартира пока что известна. Остальные фиг его знает. Сейчас стою, короче, варю лисички. Я их отварю, пока они будут доставать, я буду работать. Потом приеду и все закину просто в морозилку. Вот. Короче, работы пипец. Хватает. И малая спит. И я не знаю, блин, в итоге, сколько она еще дрыхнуть будет. Она вчера очень поздно легла прям. Короче, сейчас все великие дела доделаю. И поеду от работы сначала работу. Потому что это капец. Меня это что-то напрягать начинает. Что я сегодня вообще пипец поздновато. Обычно уже к 10 готово все, сейчас 9:30. И мне сделали снова пониженный тариф, поэтому можно кататься. 1,80 рубля до работы моей. Нормалек. Короче, все, я уже отработала, помыла полностью все 14 этажей. Да, больная. Вообще, как бы надо было только половину, а можно было вообще по нескольку этажей разбить на неделю. Но я обычно полдома. И на среду полдома. Но в среду я хочу домыть полностью все балконы. Поэтому я просто взяла все этажи, вымыла. Траву, кстати, которую я там поливала, она сожглась реально. Она сухая, торчит из земли, но торчит. Я думала, она вообще отомрет, там вывалится из-под плитки этой. Не, нифига, она просто высохла. Короче, иду фикс. Мне нужно купить кролику наполнитель. Ну, я беру кошачий. У нас лоток закрытого типа. Поэтому кролиха точно его как бы есть не будет. Вот. Поэтому я беру любой абсолютно. Просто подешевле. Короче, купить наполнителя надо. И потом возле моего магазина съехали люди. Там недалеко квартира есть. Короче, поеду на ту квартиру. Вот. Такие пироги. В среду записалась на 15:30 на губы. Короче, пойду сделаю себе пигмент на губах. Вот. Потому что всякие уколы, всякую хрень колоть я точно не буду, потому что я наоборот хотела, чтобы, допустим, нижняя губа немножко меньше была. Ну, а не больше. Это качают те, у кого там вообще полосочки. Но мне чисто вот цветом сделают и все. Короче, вот так. Фу. На улице так жарко. Я еще в штанах. Потому что утром было прохладно. А уже в среду поедем вместе с Денисом на работу. Ему в среду на работу. А сегодня и завтра он на своей, как он называет, шабашке. Короче, все, идем в фикс прайс. Потом еду. Полине звонила. 11:30 проснулась. Зашибись. Короче, недавно. Проснулась, говорю, иди чай сделай, бутерброд съешь. И я сейчас приеду. Я сейчас только в магаз сгоняю, и хозяин сказал, что там квартира пипец чистая. Просто говорит, иди доведи ее до ума, потому что мне просто некогда. Поэтому я иду. Вот. Поправлю там все, ну как обычно. Пол протру, все там маленькая, малюсенькая двушечка. Поэтому я обычно прихожу на 15 минут буквально. Короче, вот. Где-то через полчаса, наверное, уже буду дома. Все, короче, купила все, что мне нужно. И стою сейчас, жду троллейбус. Либо автобус. Что приедет, то приедет. Вот там что-то желтенькое смотрю. Ну все, квартира готова. Забираю, короче, свой пакет. Сейчас приду домой, покажу свои покупки из фикса и из магазина. Короче, для вас это будет сейчас пару секунд. Все. Забираю свои манатки. Уже разваливается тут все. Вот, сумку забираю и уходим отсюда. Итак, значит, из магазина мои покупки. Сыр взяла полесский. Два чупа-чупса больших со жвачкой. Белый хлеб. Пачку блинной муки. Возможно, сделаю, пусть будет в запасе. Вот такой вот йогурт по линии. Денису крем творожный. У меня йогурт еще питьевой вчерашний есть, поэтому себе не брала. Снова с телятиной колбаску вот эту взяла. И желе. Иди забирай. А моя скамейка еще осталась. Выбирай, что будешь есть.
А моя скамейка там еще осталась. Чтобы убрала ее. Зачем? Я буду на ней сидеть. Так. В Фикспрайсе еще взяла вот такие вот. Это же мармелад. Мармеладки. Да? Выбирай, что будешь есть из этого. Все сразу нельзя. Что на потом, а что теперь? Вот, ешь теперь желе и мармеладки. Короче, две пачки вот таких вот мармеладок взяла. Средства для ванны и для унитаза очень хорошие. Были альбомы для рисования с отрывными листами. Ну, короче, их удобно рвать. Вот, они вот так выглядят. Это в школу такие нужно, потому что если взять обычный альбом, он просто разрывается сильно. Ну, короче, им надо такие. Так, дальше. Наполнитель. Собственно, зачем я ходила. В три цены взяла краску. Попробую ее. Пепельный, светло-светло-русый. Не знаю, что из этого, конечно, получится. Но мои волосы, блин, не особо будут рады 100%. Ну и тут эти мармеладки я уже на квартире открыла и ела. Очень вкусные, кстати. Все, я уже поразбирала продукты. Скрутила мусор. Помыла мойку. Тут, конечно, не до конца, еще нужно выбелить ее. И выдраила газовую плиту. Уже чистенько, классно. Средство у меня суперское, попшикал. Все, смыл сразу. Сейчас кипячу чайник, засыплю лимонную кислоту, его почищу, а то мне дно вообще не нравится, какое-то темное стало. Короче, покрасила волосы, высушила только челку, а здесь будет сохнуть естественным путем. Ну, смотрю, вроде что-то поменялось такое. Блин, не знаю, какая-то вот термоядерная краска, блин, попала, либо это был палет, либо... гарнир. Я не помню, что из них. Короче, сделала мне так, что я уже несколько раз не могу просто вылезти с того цвета. Пофиг, что используешь. И вот какая-то термоядерная попала. Вот, короче, ну тут еще кусок челки такой мокрый. Короче, высохнет. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас нанесла тут средства, короче, для укладки. И до сих пор мои волнушки сохраняются. О, свет даже прыгает как-то. И вот как это выглядит уже на основную камеру. Она обычно... Блин, что-то в глаз попало. Она обычно передает более-менее практически реальность, чем фронталка. Ну, думаю, получилось классно. По крайней мере, вышло реально чуть-чуть светлее, чем было. Завтра выходной, так что все, можно идти одеваться. За неделю до школы. Выходной? У меня, да. Почему только у тебя? Блин. А мне что, нельзя разрешить? Завтра целый день будем бегать, наверное, везде, блин. У тебя волосы. У тебя везде волосы! Так и у тебя потом тут носите. Будут волосы. Я не хочу. А у тебя будут нитки под мыхами? Нитки. Говорит, что у тебя за нитки? Какие еще нитки? А вот это что у тебя за нитки? На голове. Волосы. А вот это у него что? Под мышками у тебя нитки, понял? И у тебя нитки. Где отсюда нитка? Кофе не выверни мне. Угощайся. Одну только бери. Что там выедаешь, не пойму. Я тебе одну разрешила. Одну. Ну, пойди на пол. Вкусно? Пришла тут ко мне. Все, хватит, уже и так съела много.